хотела рассказать про подружку. Значит, у моей подруги есть поклонник. Я, честно говоря, не помню, кто он там, то ли сантехник, то ли электрик, ну, какой-то вот товарищ, который ей там на даче что-то ремонтирует и что-то делает. В общем, каждый раз, когда он к ней приедет, потом он начинает ее закидывать смс-ками, голосовыми, как он ее любит, вообще какая она офигенская женщина, что он никогда таких не встречал, что он прям вообще жить без нее не может, и т.д. и т.п. И вчера вот, значит, очередной его приезд, я говорю, ну готовься, сегодня у тебя будет веселый вечер. Она говорит, не надо. Я говорю, ну что делать, люблю тебя, мужик. В общем, он приехал, там что-то я сделала, естественно, начался вечер. Она мне уже там часов 10 пишет, говорит, блядь, у меня 8 голосовых и 2 видео от него. Говорю, ну что делать, слушай. И в одном из голосовых такая история. Наталья, я вас так люблю, вы не представляете, как я никогда такой женщины не встречала. Я все, что угодно готов для вас сделать, все вам готов отдать. За ночь с вами, Наталья, вот у меня есть 80 тысяч. Больше нету. Я готов отдать вам 80 тысяч за ночь. Наталья, прям вообще все, что угодно для вас. И она мне звонит, короче, и говорит, ты понимаешь, он мне 80 тысяч за ночь предложил. Не, ну а что ты теряешься? Ты понимаешь, это практически iPhone. Немножко не хватает, но там, в общем-то, добавишь. Говорю, я тебе смело могу говорить, что ты насосала. Она говорит, какая ты дура. Говорит, иди отсюда. Дура. И потом такая мне говорит, говорит, и ты понимаешь, что, в принципе-то, он мужик неплохой. И дело не 80 тысяч, но... Только сытый и глухой. Говорит, от него воняет просто как от козла. Он когда ко мне приезжает, он молодой мужик, говорит, он когда ко мне приезжает, я потом 40 минут дом проветриваю после него, потому что там дышать невозможно. Говорит, как он сам в этом ходит, как он не понимает, что он пахнет, и никому вообще твои 80 тысяч не надо. Ты иди помойся, и все. Ой, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, умолчала, типа, переспала, не переспала, но я вам 100% говорю, что переспала. Да? Ну, вообще-то, звездёшь эти все истории, это 100%. Вот, да, как бы так, начала фифу строить. Да вот, предложил переспать за деньги, он вонючий, как бы, то есть, то, что он до этого к тебе приезжал бесплатно, там, все твои, там, вот эти, там, дела, как бы, делал дома, это нормально, как бы, да? Вот, ничего нормально, все было хорошо. А тут он, как бы, раз... предложил за бабки, типа, ой, вонючий, сразу сказал, ничего, пойдет в душ и примет, как бы, да, вот ты его дашь ему, как бы, и почти айфон получишь, и все будет нормально, в принципе, да. Ай, 80 тысяч, блядь, ноутбук нормальный, Саныч бы для работы себе купил. Мне тут больше претензий, наверное, к этому оленю, не то, что претензий, как бы, ну, я охреневаю больше с оленя, да. Нормальный ноут за ночь со звездой. Ё-моё. Это ужас.